Был в магазине, купил немного семян, мята, потом вот кориандр, лук-укроп. И дальше смотрите. Смотрите, что я нашел. Это вообще впервые такое вижу, что продавали. Белый гриб, подберезовик, красноголовик, грузди. Посажу их вокруг деревьев. В инструкции написано, если вы даже сами почитаете. В общем, если сейчас посадить, то только на следующий год они взойдут. В общем-то, процесс посева один и тот же. Подготовлю сегодня грунт, посажу. И посмотрим на следующий год. Урожай, пишут, можно собирать в течение почти 5 лет. Так что будем сажать. Дадусь. Какой красавец.